волны, и что все-таки будет появиться для него возможность для открытых бросков. У него бросок более чем есть. Галькевич открывает счет сегодняшний матч. Пока Алексей Рязанов против Егора. Дальше с получения Соболев. Нет, не пока. Ну, Горбенченко. Никто совершенно не помешал. Константин Камеки находится. И одному Егору Галькевичу достаточно сложно будет справляться сразу с двумя массивными центровыми. Арасланов. Его фирменный со средний проход влево. Вот пошел против Акулова. Но и вот он. Загдай! Три! Три! Три очка от Никиты Загдай! Еще окончательно в игру. Но у него есть вторая попытка. Пока Wake Forest ведет 6-2. Итак. Второй точно в цель посылает. Так, Рязанов реализует второй штрафной. Делает для своей команды, но не успел зафиксировать. Как сказать, четко на ногах приземлиться. А вот уже Акулов. Так, да, и дальше на Гельманова. Пока Гельманов еще. И Гельманов сложнейшая треха от Гельманова. Открывает свой лицевой счет, показывает замечание. Все-таки определенно Новый Орлеан превосходит в размерах сегодня Вейк. Способ подать. О, блокшот от Стефана. А это Пасканный на очками второго шанса. Дюткин ему ничего. Заходит точно первый цель для Соболева. И Соболев. Он является основным мозговым центром со стороны. А вот Гельманов все-таки выскальзывает мяч. Пасканный. Дальше забегание внутрь от Пескунова. Пескунов Горпенченко. Акулова не дают быстро убежать. Это Нигматуллин. Нигматуллин треха. Через Арасланова. Акулов. Дальше. И вот Стефан в посте получает с левого крюка. Тихо, хорошо разобрался Стефан. И тем самым Вейк показывает, что у них оружие и в посте есть. Так, Нигматуллин, вторая треха. Тут подстраховку не вышел. И, судя по всему, они опять... А, и опять та же самая ситуация. Так, и заходит пока первый штрафной для Соболева. Плюс 10-9 для Нового Орлеана. Это уже более чем... И продавливает он Бунулу Стефана. Вот она, треха Стефана. Ай, не получается, но Немыкин на подборе и пытается сам добавить. Да, очками второго шага. Гельманов на Немыкина. Дальше что будет? Дальше Гельманов. Гельманов с 8. О-о-о! Роскошная треха. Гельманов на Немыкина. Дальше что будет? Дальше Гельманов. Гельманов с 8. О-о-о! Роскошная треха от Радика. Радик. Заходит первый штрафной попад. И еще третий остается для Радика. Что? И Немыкин. Один из двух. До минус четырех сейчас вызвал. Для его уровня это вообще непозволительно, я считаю. Так, а это вот наказание. Зато себе легко поражает цель. Минус 5 делает для своей команды. И что дальше? Что дальше в конечном итоге? Марат бросится за своего коллегу по... А теперь Пасканный забегает внутрь, скидывает на Нигматуллина свободного. Нигматуллин забывает, не первый. Итак. Счета. Арасланов. Эй, было близко к Энвану. Арасланов быстрым отрыве добивает. Рязанов пытается продавить, на нем сдваются. Энван от Рязанова. Пытается сам Соболев. Не самый хороший бросок, но Соболев цепляется за подбор и... Ой-ой-ой. Рязанов есть возможность убежать. Дюкин. Что дальше? Дюкин дальше на Арасланова. Арасланов дальше Галькевича в пост грузят. Разбирается Егор. Дальше Нигматуллин. И вот Рязан против Галькевича. Сразу двое на нем. Крюком от щита добавляет Рязанов. Вряд ли кто-то мог бы накрыть этот бросок. Вот, хладнокровно просто использовал сейчас Рязанов свой шанс. И вот Арасланов с передачи Загдая. Сейчас не идет у него бросок. И вот Соболев открытый. Не идет что-то бросок сейчас, но Рязанов все-таки с третьего шанса. Дюкин на Загдая. Загдай, вот она, треха!
Треха от Нильманова заигрывают. Что дальше? Рязанов, наверное, продавливать будет. Но Нильманов нет, скинул на Соболева. Опрометчиво вывел со стороны Ради. На Загдая. Дальше Дзюкин перекаточку делает. Вот Загдай. Ну что, третья треха. Да, Загдай. Три от Росланов. Так, Рязанов за разворота убирает Галькевича. Но у меня такое ощущение, что как будто Галькевич таким образом поставил. В итоге промазал. Но тем не менее Рязанов все равно добавил. Галькевич сложный опять. Ой, прошу прощения, не Галькевич, это Гельманов сейчас был. Гельманов дальше на Акулова. На Акулова еле доходит передача. Акулов пытается Росланова обойти. Да, да, да. И Акулов заносит. Все. Да, головой. Сок. Ой, а на Рязанова. Рязанова. Рязанов сейчас доминирует. Так, открытку. Забивает второй штрафной сейчас. Гельманов. И там снова Арасланов. Арасланов перед пустым кольцом. Да, легкие два очка. Арасланов. И тайм-аут, тайм-аут. Соболев. Против него пытается Дюкин цепиться, но обходит. Да, Рязанова. Прошла все-таки передача. В такой ситуации выходим на подстраховку. Тут или пан, или пропал. И Стефан с трудом выловил мяч, но добавил под кольца Стефан. Соболев. Пытается пройти на кроссе, но Дюкин это не так просто. И через руки вынужден. Хо-хо-хо! Сразу и Соболев все-таки смутил. Как бы вышел, но при этом не вышел. И с фолом Рязанов забивает. Он, и выйдет, наверное, рога. И спиной ставит, получает заслон от Стефана. Гельмана! Хо-хо! В высоком прыжке. Итак, Акулов. На Рязанова прошел алиуп сейчас и... И забил нулевому, нулевому. Нигматуллин, опять забыли Нигматуллина! И вот она. Нигматуллин, опять забыли Нигматуллина! И вот она треха. Все-таки прервали его забегание. На Стефана можно скинуть. Но Гельманов сам решает, легко проходит. Для него второй штрафной и 15 очков. По-прежнему держится дистанция. Но Галькевич сейчас быстро матрюет. Возвращается Wake Forest. И вот Загдай. Загдай пошел в проход с разворота. Технично Никита Загдай. Вейк и стараются как можно быстрее. Гельманов. Ой, вот это да, пошла сейчас жара. Перехват. Да, сейчас до минус 8 сокращу. Как так, Дюки? Ну, короче, повезло, что Гельманов все-таки подстраховал. И тайм-аут, тайм-аут. Одна минута. Итак, первый, два. Итак, заходит первый для Соболева. 8 очков разница, что ж. Посмотрим, остались ли еще залпы у первой для Соболева. Второй. И два из двух. Нет, сегодня черный день Вейка. Не идет сегодня у вас совершенно бросок у них. И Рязанов будет один в один обыграть. Что ж, поздравляю, новый вариант победы. И во многом...